Предлагаю вашему вниманию волшебную игрушку «Бегунок». Бегуночек у нас с вами бегает, радует деревянным звуком, успокаивает, тренирует запястье. С бегуночком можно поиграть так, а можно с ним поиграть на воображение. Раз, и у нас с вами уже получилась собачка. Собачку можно превратить в рыбку, можно превратить в гусеницу. Также бегуночек можно превратить в змейку. Это у нас ушки, это ротик и шейка. И раз, змейка у нас с вами ползет. Игрушка выполнена из сосны и твердых пород дерева бук, дуб и ясень. На крайних деталях выполнена гравировка солярного символа, солярного знака. Игрушка интересна и взрослым, и детям.